Акуна Матата, друзья! Вы на канале 100% каменный шпон. Поехали! Наша компания выпускает свою продукцию в трех разных упаковках. Самые маленькие листы 1,20 м на 60 упаковываются в коробку 1300 на 700 и на 400. В данной коробке помещается 25 листов. Один листик весит 1,5 кг, ну а вся упаковка в районе 40 кг. На коробке указан сайт и телефон компании. На упаковке находятся информационные конверты, в которых мы вкладываем закрывающие документы, а также инструкция по монтажу с QR-кодами для видеоуроков YouTube-канала. Все листы в коробке в обязательном порядке проложены газетной бумагой для их сохранности. Каждый лист имеет индивидуальную маркировку, на которой указано название, номер партии и размер каменного шпона. Листы на тканевой основе размером 1220 на 610 упаковываются в картонные тубы размером 650 на 120 мм. Вес одного листа всего 800 грамм. В тубу помещается не более 3 листов. Итого около 3 кг. Листы 2100 на 1050 и 2400 на 1200 мы упаковываем вот в такие вот коробочки. Листы, конечно, побольше, 2800 на 1450. Мы упаковываем побольше в коробочке. А теперь немного цифр. Лист 2100 на 1050 весит 4-5 кг. Лист 2400 на 1200 уже весит в районе 8 кг. И самый большой монстр 2800 на 1450 весит в районе 10 кг. Мы упаковываем не больше 2 листов в одну коробку. При отправке транспортными компаниями ваш груз всегда страхуется и дополнительно упаковывается в палетный борт либо жесткую упаковку. Какие вы молодцы! Вы досмотрели наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, нам будет очень приятно. Не пропускайте наши новые ролики. Ждем вас на нашем канале.